Всем привет, ребята! Вы на канале 2А42, и меня зовут Марк. Всех с Рождеством! Ребята, только не спрашивайте, почему я так говорю тихо. Потому что я на отдыхе в Ярославле, в дельфинарии. Сегодня я, наверное, сниму видео, как я буду купаться в одном бассейне, в этом дельфинарии. А может, и сниму обзорчик про отель. Вот такой вот рассказок. Кстати, вон наш отель. Вот он, наш отель. Я тут прохожу очень сложное испытание. Супер-пупер. Смотрите, ребята, почему. Вот, идите сюда, я вам покажу. Смотрите. Тут треугольные углы, а вот это вот прямая. И вот эти треугольники, не представьте, мешают пройти. Поэтому супер сложные. Так. Ребята, только не спрашивайте, где я сейчас нахожусь. Ну ладно, скажу. Почему, Марк, ты не скажешь, куда ты приехал? В дельфинарии. Скоро сниму видео, как я отдыхаю тут. Круто. В бассейне плаваю. А может быть и под водой. Ребят, кажется, мне здесь нравится. Вот, ребята, номерок. Только вот одним ошибся нашел. То, что у нас не первое окно, а второе. Ну, ладно. Сейчас, как я и обещал, сделаем обзорчик. Так. Так. Ребята, у меня не одни. Опять эти неполадки. Только не спрашивайте, какие неполадки. Лоски слезают, когда снял. Ребята, если у вас такого было, пишите в комментариях. У меня вот почти с каждой прогулки. Ну ладно, ребята. Вот и номерок. О, какая квартирка. Замечательная. Ну ладно, начнем с ближней комнаты. О! Так, почему выключил? А, во! Вот. Смотрите, даже зеркало подсвечивается. Это вот сюда вот нажимаешь. Вот тут вот. И смотрите, какая ванна у нас тут. О, какая комфортная. Ребята, сейчас закроюсь. Быстренько покупался я. Так. Ну вот, ребята, продолжим. Это кровать моих родителей. А вот это вот кровать моя. А тут мой зубрик, зарядка, вода. Блэд Лего, кстати, на моем ютубе было. Я показывал этот Лего Блэд. Вот этот Лего Блэд. И телефончик мой новенький. А вот тут я сплю. И смотрите, ребят, я же вам говорил, что смотрите, какой у меня вид из окна на детскую площадочку. Видали, ребята? Вон там вот я лазал на той вот качельке. Ну ладно, ребята. Я еще вам покажу, как я купался. Ну вот, ребята, и я уже тут, как я вам и обещал.
в бассейне. Только тут глубина очень большая, а вон в том бассейне он только горячий. В нем глубина 60 сантиметров. А в этом бассейне даже моего папу там скрывают. Пап, иди сюда. И вот такие делишки. Сейчас папа мне надует круг, и я покажу весь этот бассейн. Я на нем поплаваю. А там я под водой вам еще покажу, как я плаваю. О, ребят, тут опасно. Ну вот я, ребята, и тут. Если вы помните, я вот тут вот был. И потом прибежал сюда. Тут очень горячо. 38 градусов. Представьте, ребята, как тут горячо. Там хоть не так горячо. Очень горячо. Если бы вы узнали, как. Ну, тебе нравится, Марк? Да, только этот бассейн слишком. Вот здесь погреться, а там поплавать. Да, лучше я вот сюда вот.